достижение, оно же лучшее достижение в сезоне в оригинальном танце равняется 39 баллам и 65. В случае, если они сумеют повторить свой результат, то тогда они, конечно же, обходят швейцарцев. Елена Чайковская вместе с Ксенией Румянцевой занимаются парой Климова и Палумяки. И сейчас вы могли видеть нашего прославленного тренера на своих экранах. Это дебют национальных чемпионов Финляндии на чемпионате Европы. В прошлом году на мировом первенстве они были 23. Итак, Оксана Климова и Саша Палумяки. Пара проживает в Москве. Открываются трибуны Хельсинской хардбол-арены, но несколько сбоев было, к сожалению, у Климовой и Палумяки. Если первую часть танца они исполнили крадучись, как и предполагает само название «Фокстрот», что в вольном образном переводе можно перевести как «Лисья походка», танец, который развился в США в 1912 году, то вторая половина исполнения оригинального танца Климовой и Палумяки была выдержана в ритмах квикстепа, быстрый фокстрот, сами можете перевести, быстрый шаг. Здесь уже дела пошли чуть получше у финской пары. А что касается Ирвинга Берлина, чьи мелодии и были исполнены и взяты за основу на оригинальный танец этой пары, то это известнейший американский композитор, который прожил 101 год и покинул нас только в 1989 году. Самая настоящая эпоха в мире джаза. За это время написал музыку к 18 кинофильмам и 19 мюзиклам, более 900 песен
отдельно взятых, сами по себе написанные на музыку Ирвинга Берлина, и среди наиболее известных его произведений, в том числе и такое, которое носит название «Господь благословил Америку» в 1918 году. Оно увидело свет, и тогда же его признали неофициальным гимном Соединенных Штатов Америки. По его жизненному пути еще при жизни композитора был снят мультфильм «Американский хвостик», продюсером которого выступил сам Стивен Спилберг. «Щекой к щеке», потом композиция «Я хочу танцевать». Именно эти две мелодии были, даже не мелодии, даже песни, композиции, как и позволено в танцах, были использованы в качестве ритмов на оригинальный танец совсем еще юной финской пары, 16 лет Оксане Климовой и 17 Саши Палмяки. Практически добираются до своего лучшего результата Климова и Паломяки. 39-29. Их лучший результат, вот вы видите, чуть левее. 39-65. И лишь чуть-чуть, им буквально каких-то сотых, 0,06 балла не хватает до результата швейцарцев Крайль и Петера. Но это значит, что в произвольном танце борьба между этими парами будет очень.